Это мой дом. Когда огонь перескочил на дом у Брайанов, я поняла, что пора ответить на вопрос, который мучает некоторых людей всю жизнь. Что вынести из дома в случае пожара? Вещи, воспоминания, материальные ценности. Это наши сокровища, наши шрамы, эмоциональные, физические. Всю жизнь мы задаемся вопросом, что мы оставим после себя. Истории о жизни. Не расскажете, откуда это у вас? Истории о любви. Красивое кольцо, похоже, ценное. Вот уж не уверена, разве что лично для меня. Воспоминания, что останутся после нашей смерти. Что бы вы хотели унаследовать от деда? Есть хоть что-то? Любовные письма, дневники, прожитые жизни. Здесь я вырастил своих детей, и знаете что? Это мой дом. Скажешь всем, что я умер так же, как и жил, в родительском доме. Ты для меня загадка, братишка. Просто мне сложно понять, что это для тебя значит. Это твой дом, не мой. Все уже давно не так, как было раньше. Все изменилось. Можешь не возвращаться в дом. Я все сделал. Там ты видел ее последний раз. Все ее воспоминания хранились здесь. Джон Хэм, Кэтрин Кинер, Ник Офферман, Брюс Дерн, Эмбер Темблин, Эллен Бёрстин. Любите. Возможно, только это нам и остается. Ностальгия.